8191 рубль баланс за моей спиной, и это жесть, потому что мы это подняли все с 1000 рублей на гифдропе, и сейчас я не знаю, как мы будем поднимать. В общем, суть простая. Мы с одного баланса зашли, ну, очень далеко, на 8000, и теперь я не знаю, докуда мы далеко, насколько далеко мы сможем зайти, но сегодня будет невероятно крутой ролик, потому что гифдроп — это именно тот сайт, который может просто взять и выдать с подснежника ножик, который стоит 26 тысяч рублей, как пример. Поэтому давайте сразу, перед началом, сразу поставите лайкосик. И, конечно же, не забывайте, что если когда-нибудь ты будешь играть на этом сайте, используй промокод PR40. Да, это самый рабочий промокод, который только здесь есть. Ведь помимо того, что ты можешь задепозитить абсолютно любую сумму и получить самый большой процент пополнения в виде 40%, он тебя еще и окупит. Закидываешь 1000, получаешь 1400 плюс 33 токена. И помимо этого, это все тебя окупает, поэтому обязательно используй. Ну а я, если уж так оказался, что в подснежниках, полетели, откроем резко его на 10 раз и посмотрим, насколько далеко можно зайти. Поехали! Мы знаем, что GiveDrop — это сайт стартреков. И здесь невероятное количество. Может упасть стартреком 138 рублей. Ну, слушай, на самом деле для первого кейса как будто бы слабовато. При том, при всем, что мы залили целое состояние в него. Ну, не знаю, стоит ли открывать тающий лед на 10. Давай начнем на 5. Если зайдет, то тогда откроем. Но опять же, а если мы откроем на 5 раз? Есть вероятность, что мы окупимся. Вы не слышите, как сильно долбит у меня в наушниках. А ух, динамика? Может быть? Нет, 102 рубля, слабовато. Ну, слушай, второй кейс к ряду. И второй кейс к ряду нас окупает. Не окупает. Либо это пасхальные кейсы. Можем, кстати, проверить на пикнике. Просто на один раз закрутить. Либо же это у нас пасхальные кейсы. Ну, либо я не знаю, либо надо будет что-то нам менять. Поехали. Просто, знаете, когда мы выбиваем этот баланс? Неплохо! Знаете, когда мы выбиваем с 1000 рублей баланс 16, сливаем до 8, и я начинаю записывать ролик, у меня ощущение, что я все проиграю, потому что мой начальный депозит, он ничтожно мал. Ну, давайте говорить честно. 1181 рубль — это супер топ. Это нереальный супер топ. Так, я бы даже пикничок открыл бы на 5 раз просто. А может просто открыть на 10? Я знаю, что это безумие. Ну давайте попробуем. Блин, вот я понимаю, что это ошибка. Я прям знаю, что меня сейчас просто заскамит. Но я так хочу это сделать. Меня так сильно подкупил этот картель. Подожди. Нет. Нет, нет, 410, 144, слабовато, ну если нет пушки за 5000 рублей здесь, ее нету, 200, слабовато, а мы открыли на сколько мы открыли, господи, мы открыли на 4,5, ну почти в 2 раза, я бы не сказал, что прям супер слабо, принципиально бесплатные не трогаем, двигаемся дальше, на VIP кейса у нас, к сожалению, денег нету, банда обезьян, здравствуйте, новый кейс на гифдропе, посмотрите, как сделан, просто невероятно красивая прорисовка, невероятно красивая выглядит. Давайте на 10 раз. 4480 рублей полетели. Куча ножей, куча перчаток. Вот за это я люблю гифчик, потому что они создают кейс, ложат туда просто тонну ножей, а мы знаем, что я почти нож. Я куча раз доказывал, что GiveDrop — это тот кейс, который, ну, тот сайт, с которым ты просто открываешь кейс за 100 рублей, и тебе падает просто, ну, какая-то жесть. Да, стартрек падает, я вижу, но это слабовато. 1500 рублей, мужики, это очень слабо, при том, при всем, что у нас был баланс 8. Я знаю, что сейчас может вылететь просто какой-нибудь очень крутой скин, например, с хомячка. Посмотри, как он выглядит. Это же воплощение искусства. Просто смотри, какой красивый. Просто прекрасно. 1792, да ровно на 10 раз, да поехали. 3 ножа и спортивные перчатки Noxt. Let's go, будем надеяться. Если сейчас не окупает, давайте маленько поменяем тактику, попробуем. Ну, фантомка стартрек, я не знаю, слушай. 1200, ну слабовато. Да, 1200, да, 1100, да, он окупил. Это, наверное, первый раз. 2900, он неплохо так окупил, подожди. Ну, нормально, плюс косарь уже хорошо, но все равно маловато, хочу еще. Так, ну давай Вегас, это вот, знаешь, моя традиция залетать в Лас-Вегас, вот в этот кейс. Короче, мне как-то с него упало больше 6000 рублей. И я неимоверно был рад, поэтому давайте 450 рублей на одно открытие полетели. Безумно хочу, чтобы меня просто взяло и просто окупило. Ну подожди, ну не может быть. Я просто вспомнил, сколько в прошлый раз мне дал этот кейс. И там была примерно та же сумма. И я только типа прокрутил этот момент, подумал, что мне возможно это выпадет, уже расстроился и загрустил. Let's go, Куфу Панду на 900 рублей. Сегодня будем открывать максимально много количества кейсов. Поехали! Ну,
неплохо, но не сильно хорошо. Могло бы дать больше, но хотя бы 400 рублей неплохо, потому что летел полный ширп, и я думал, что нас сольет. Так, ну поехали, балансик, 3400. А давай вот так вот выберем. То есть мы сейчас выберем просто от, допустим, вот от 500 рублей, что думаете? От 500, можно, пожалуйста? От 500. Да, это просто жесть. И, допустим, до 7, то есть мы выбрали прям high skill кейсы. Вот именно кейсы за 500 рублей. Это же вообще жесть. Давай попробуем. Вот, ну давай сиг. Возьми сигму за 800 рублей, да ровно на 2419. Let's get it. Ну, блин, не знаю. Чувствую, что сейчас может произойти то, что меня просто возьмет и жестко зас... Все стартреки? Но мне кажется, они недорогие. Помните, я говорил, что это сайт стартреков? 367 рублей. Зато стартреки. Ладно, доступные мне. И давайте сделаем от 500 рублей. Вот так вот. Let's go. Назад в прошлое? Как вариант, вообще, по-моему, ни разу не открывал его. Блин, не знаю. Нужно, чтобы выпал какой-нибудь нож, либо какой-нибудь хороший дроп, потому что это возможно. Нужно просто в это верить. Это неоднократно было. Ну, кровавый спорт, как будто бы, да, стартрек, динамика. Ну, нормально. 561, нормально. Давай тогда вот так вот еще поднимем. Просто интересно, какие тут кейсы есть. И если мы открывали сигму назад в прошлое, погнали жирный улов. Могут выпасть токены и золотая... Стоп! Вау! А я говорил, 9700, давайте поставим это на вывод, я сделал это. Ну, я не знаю, что мы еще можем сделать на этом сайте, хорошо, что меня не слило, мы будем ее выводить. Конечно, не забывайте, я очень сильно хочу прямо сейчас зайти в ивентик и посмотреть, сколько у меня токенов. 110, так, давай разобьем что-нибудь. Короче, когда ты просто депаешь, либо открываешь, у тебя выпадают токены. Сколько она стоит, хромака? 600, ну неплохо. Поставлю две пушки на вывод, а ты не забывай, что промокод PR40 даст тебе самый большой бонус в виде 40%. До завтра!